5 апреля текущего года на телефон жительницы города Актюбе через мессенджер WhatsApp позвонил неизвестный, представился сотрудником Комитета национальной безопасности и Национального банка. Звонивший сообщил женщине, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя, и для поимки преступников необходимо оформить зеркальный кредит в нескольких банках на свое имя. Актюбинка выполнила все условия звонивших. В течение дня посетила потерпевшая 3 банка в городе и оформила на себя кредиты на общую сумму 7 миллионов тенге. После перечислила всю сумму через терминал 14 платежами на разные банковские счета, указанных мошенниками.